Привет всем! Сейчас буду делать кухонник для своего знакомого. Кухонник будет не совсем обычный. Вот такую вот он мне принес заготовку. Это кованый дамаск. Выглядит он так, потому что только после плоскошлифа его надо было загнать в равномерную толщину. Значит, заготовка у меня есть. Есть также вот такой вот эскиз. Получился вот такой вот кухонничек формата шеф. Значит, собран этот нож будет на вот такую вот черную микарту из льняной ткани, проставки из вулканизированной фибры красного цвета, и монтаж будет осуществляться на эпоксидку через вот такие вот стяжки из нержавейки, тут идет трубка с резьбой, все это будет монтироваться вот на эти стяжки из нержавейки. Ну что ж, поехали, посмотрим, что у меня получится. Видите, вроде все получилось. Твердосплавное сверло – это сила. Ну что ж, все винтики и втулки я уже подрезал в нужную длину, зазинковался, и сейчас я буду заниматься подгонкой накладок на рукоять.
Ну что ж, вот что получилось после травления. Сейчас постараюсь показать результат, которого удалось добиться. Травление было в хлорном железе. Промывал зубной щеткой с хозяйственным мылом. И вот что получилось сделать, чего удалось добиться. Вот такой вот вылез очень интересный и богатый рисунок. Сейчас постараюсь показать, что здесь по обуху получилось. Это рукоятка. А вот здесь вот сам клиночек.